Сейчас вы узнаете, как сделать скриншот с экрана компьютера или ноутбука. На клавиатурах для этого есть специальные кнопки Print Screen. Нажав эту кнопку, изображение с экрана помещается в буфер обмена, откуда впоследствии мы сможем вставить это изображение в любую программу, использующую изображение, такую как Excel, Paint, Photoshop или даже сразу вставить в переписку ВКонтакте. Итак, в открывшейся программе, в данном случае Photoshop, просто жмем Ctrl-V «Вставить». Картинка вставляется. Аналогично проделываем ту же операцию в Paint. Жмем Ctrl-V, и у нас появляется картинка для редактирования, которую впоследствии мы сможем сохранить. Что же касается смартфонов, то в данном случае я использую Android 6 версии, и комбинации для скриншота — громкость в минус и кнопка выключения. Зажимаю их на 2 секунды и получаю скриншот. Также вы можете использовать сторонние программы, которые могут производить скриншоты. Собственно, вот как AZ Screen Recorder, да? Вот, в нем есть возможность сделать скриншот. Другие варианты комбинации клавиш для других смартфонов будут приведены в списке. Смотрите.